томат Дантино, меньше плодов, которые зажглись. Ну вот максимальный окрас. День после покраски. Препарат Церон 70 мл на 10 литров воды плюс аминокислоты. Теплица экспериментов. Розовая сливка. Фирма Клосс. Желтый. Ларксид. Набирает цвет. Томат Pink Crystal Клосс. Томат для второго оборота. Плоды грамм 230-240, в среднем где-то 220. Розы томат мы не красили. И томаты коктейльного типа черри, гибриды компании De Ruyter. Около 12 гибридов. В основном гибриды, которые предназначены для стеклянных теплиц. Вот. У нас нет. Вот. Самый сладкий среди всех томатов. Дашер. Кисть грамм 500-600. Главная особенность черри и коктейльных томатов: чем мельче томат, тем он более слаще, больше сахаров и сухих веществ. Томат, черный томат, название гибрида Чоколад, также фирма De Ruyter. Вес плода грамм 140-130. Ну, опять же, гибрид в основном предназначен для стеклянных теплиц, для хай-тек. Еще один гибрид, компания Lark Seeds, название Pride. Плод довольно крупный, только для второго оборота пленочных теплиц. Хорошо сбрасывает цветок, цветка нигде нет при химическом опылении. Очень поздний и высокая устойчивость к болезням. В принципе, на нем самые чистые листы среди всех гибридов. Растение очень генеративного типа. Сбоку вот растет у нас Дантино. Компания Сингента. По идее, тот гибрид, который должен заменить Бадарин. Хорошо опыляется, размер устраивает. Главная особенность: нужно теплицы для второго оборота забеливать, чтобы не было солнечных ожогов.